Важный транспортный проект завершен в столице. На зеленой замоскворецкой линии метро открыты новые станции «Технопарк». Это остановка между Автозаводской и Коломенской. Из-за сложного рельефа станцию сделали наземной. Над павильоном возвели стеклянный купол. При разработке проекта учитывался план по развитию округа. Сегодня запускается 198-я станция метрополитена, станция «Технопарк», которая обслуживает уже действующий сложившийся деловой центр и работает на перспективу развития всей промышленной зоны ЗИЛов, в которой строится и спортивный кластер, и жилой, и деловой. И буквально вот здесь через проспект Андропова начинается строиться крупнейший в мире детский парк, который будет принимать ежедневно десятки тысяч посетителей.